О спорте. За здоровьем в воду. Воспользоваться последними деньками, пока Волга не замерзла, решили ульяновские моржи. На заплыв они пригласили спортсменов из соседнего региона. Слово Антону Кирпичеву. Старт дан. Участники 4-го марафонского заплыва через Волгу отправились навстречу победе. В прямом и переносном смысле. Так называется традиционный заплыв моржей. Я активный участник. Я один из тех, кто начинал этот вид спорта в городе Ульяновске. Как Ульяновск, Ульяновская область, мы за здоровый образ жизни. Посоревноваться с ульяновскими моржами приехала и сборная команда из Чувашии во главе с двукратной чемпионкой мира Татьяной Александровой. Уникальный заплыв разделен на 12 этапов. Спортсмены должны были преодолеть расстояние вдоль Императорского моста. Всего в заплыве принимают участие 20 спортсменов. На удивление, основной костяк команд составляют именно женщины. Моржи плывут эстафету, а это значит, каждому участнику предстоит преодолеть примерно 400 метров дистанции. И если учесть тот факт, что температура воздуха около 0 градусов, а температура воды примерно 2 градуса, испытание для спортсменов очень серьезное. В общей сложности проплыть спортсменам пришлось 4 километра. Среди пловцов нет новичков. К примеру, Ольга Соколова и Елена Семенова – участницы заплыва через Берингов пролив, который прошел в прошлом году. Всех поздравляю с нашим заплывом. Все классно. Спасибо за заплыв. Ассоциация холодового плавания в регионе существует уже 5 лет. За это время к искусству закаливания присоединилось порядка 150 человек. Но вместе с тем я хочу сказать, что для этого должна вестись большая посвятительская работа. Вот мы, наша ассоциация холодового плавания, как раз этой темой занимаемся. Мы работаем с районной областью напрямую, отдельно, с отдельными главами. Проводим очень много мероприятий различного характера. Например, день закаливания, там, праздники здоровой жизни. Все мероприятия любители холодового плавания решили посвящать 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Первой навстречу победе удалось прийти команде из Чебоксар. Будем говорить, в этом году организация чуть повыше на уровне, но принимает нас и первый, и второй раз. Вот очень-очень тепло. Как за дистанция? Легко прошла, тяжело? Легко. Вода легкая. Антон Кирпичев, Александр Кудряшов, РЕН-ТВ, Ульяновск.